Уважаемые коллеги, начнем нашу конференцию. Она первая в этом полугодии и посвящена проблемам кардиологии и, в частности, синдрому слабости синусового узла. Значит, слово. Кто у нас первый выступает? Ординатор клинический Егоров Лев Валерьевич представит клинический случай. Затем Екатерина Борисовна продолжит. Да, пожалуйста. Доброе утро, уважаемые коллеги. Представляю вашему вниманию разбор клинического случая пациента Тимурлана, 2007 года рождения. Из анамнеза жизни известно, что беременность и раннее развитие ребенка протекали без особенностей. Ребенок стоит на учете у детского кардиолога и у дерматолога по поводу ихтиоза. Из анамнеза заболевания известно, что в возрасте 5 лет, в 2012 году, после перенесенного бронхита, у ребенка на ЭКГ была зарегистрирована брадикардия без нарушения самочувствия. В дальнейшем на последующих электрокардиограммах брадикардия сохранялась. В июне 2014 года, в возрасте 6 лет, ребенок был впервые госпитализирован в детскую инфекционную клиническую больницу номер 6, где на обследовании на электрокардиограмме также отмечалась резко выраженная синусовая брадикардия. При холтеровском исследовании выражена брадикардия со снижением среднесуточной частоты сердечных сокращений на 27% от возрастной нормы и пауза ритма до 2 с лишним секунд. С 2015 года по 2021 год ребенок наблюдался по месту жительства. Зимой, в январе-феврале 2021 года, у ребенка развилось два синкопальных состояния. Клинически они схожи, потеря сознания предшествовала потемнению в глазах и самостоятельное возвращение к сознанию через несколько секунд. На данном этапе ребенок получал стимулирующую нейротропную и вегетотропную терапию. В сентябре 2021 года ребенок был впервые госпитализирован в детское кардиологическое отделение нарушения сердечного ритма в связи с наличием синкопальных состояний в анамнезе, усугублением брадикардии и появлением желудочковых нарушений ритма. На ЭКГ регистрировалась брадикардия с частотой 39-42 удара в минуту и с восстановлением синусового ритма в ортостазе. При холтеровском исследовании выраженная брадикардия со снижением дневных и ночных частот сердечных сокращений, была зарегистрирована полиморфная желудочковая экстрасистолия и пауза ритма более 2 секунд. При выполнении УЗИ сердца отмечается незначительное расширение выводного отдела правого желудочка и более выраженное расширение верхушки. При нагрузочных пробах толерантность к нагрузке нормальная, в исходе брадикардия с адекватным приростом ЧСС на нагрузке. Ребенку были продолжены курсы стимулирующей, нейротропной и вегетотропной терапии. Наследственный анамнез по заболеваниям сердечно-сосудистой системы ребенка не отягощен. Последняя госпитализация в отделении нарушения сердечного ритма в сентябре 2022 года. Объективно массо-ростовые показатели ребенка средние, обращают на себя внимание сухие твердые чешуевидные образования темно-коричневого цвета по всей поверхности кожи, что соответствует клинике ихтиоза. Воронкообразная деформация грудной клетки и гипермобильность суставов верхних и нижних конечностей. На ЭКГ в исходе выраженная синусовая брадикардия с частотой 38-42 удара в минуту, неполная блокада правой ножки пучка ГИСа и укорочение коррегированного интервала КУТ до 335 миллисекунд при нижней границе нормы 340 миллисекунд. В ортостазе и при физической нагрузке отмечается прирост ЧСС. При холтеровском мониторировании отмечается брадикардия в дневное и ночное время с минимальным ЧСС 25 ударов в минуту в ночное время. Регистрировались полиморфные желудочковые экстрасистолии на рисунке слева с общей представленностью 3,5% за сутки и часто остановки синусового узла с систолиями до 4 секунд на правом рисунке. Также на минимальный ЧСС отмечалось укорочение коррегированного интервала КУТ до 336 миллисекунд. При оценке динамики показателей холтеровского мониторирования следует обратить внимание на то, что с 2021 года у ребенка идет усугубление прогрессирования брадикардии со снижением частоты сердечных сокращений, удлинение асистолий, увеличение общей представленности желудочковых экстрасистол и укорочение коррегированного интервала КУТ. В нижнем рисунке представлена пауза ритма систолии до 6 секунд на последнем холтеровском исследовании.
По данным эхокардиографии выявлены особенности формы правого желудочка на фоне воронкообразной деформации грудной клетки в виде незначительного сужения в приточном отделе, незначительного расширения выводного отдела и более выраженное расширение верхушки. Также отмечаются незначительный пролапс митрального и трискупидального клапана с регургитацией до 1,5+. При нагрузочных пробах в исходе регистрируется умеренная синусовая брадикардия с адекватным приростом частоты на нагрузке. На четвертой ступени отмечаются мономорфные желудочковые экстрасистолы. На максимуме нагрузки они отсутствовали. При проведении ТИЛ-теста на 17-й минуте ортостаза у ребенка развилось синкопальное состояние, которое сопровождалось генерализованными судорогами. Также сопровождалось быстрым урежением частоты сердечных сокращений без снижения артериального давления с последующим каскадом асистолии до 2,5 и 12,5 секунд. Данные асистолии представлены на рисунке желтого цвета с последующим восстановлением синусового ритма. На тренде ЧСС данный фрагмент находится вот в этом участке. Далее, с целью оценки влияния парасимпатической нервной системы на работу синусового узла и на частоту сердечных сокращений, ребенку была проведена фармакологическая проба с атропином, в результате которой при оценке результата выявлена повышенная реакция в виде увеличения частоты сердечных сокращений на 126% от исходных значений. При оценке интерпретации данного исследования использовались нормативы, представленные в нижней части слайда. И на основании анамнеза, проведенных обследований, ребенку выставлены следующие диагнозы. Синдром слабости синусового узла с асистолией более 4 секунд, полиморфная желудочковая экстрасистолия, синкопальное состояние, кардиоингибиторный вариант с асистолией более 12 секунд. Также следует обратить внимание на признаки электрической нестабильности миокарда в виде укорочения коррегированного интервала QT. Дальнейшую тактику ведения пациента нам расскажет старший научный сотрудник Екатерина Борисовна Полякова. Спасибо, бодро. Вопросы есть к докладчику? Да, нет. Добрый день, уважаемые коллеги. У нашего пациента был диагностирован синдром слабости синусового узла. Это заболевание с нарушением функции синусового узла, когда имеется его неспособность выполнять функцию уводителя ритма или обеспечивать регулярное проведение импульсов к предсердиям. Занимает синдром слабости синусового узла до 30% среди всех аритмий у детей. Идиопатический вариант этого заболевания, то есть ситуация, когда причина развития была не установлена, составляет 3% от всех аритмий. И заболевание это наиболее частая брадиаритмия у детей, занимает до 85%. Электрокардиографические феномены, которые входят в это заболевание, занимают менее 1%. Если смотреть на все заболевания сердечно-сосудистой системы у пациентов детского возраста. На этом слайде представлены причины развития этого заболевания. Часто синдром слабости синусового узла бывает вторичного генеза, то есть развивается в результате поражения области синусового узла заболеваниями органической природы, или, например, в результате травмы этой области, например, при операционных вмешательствах на сердце. Также может быть в результате токсических воздействий, например, влияния антиаритмических препаратов и в результате выраженной вегетативной дисфункции с преобладанием парасимпатических влияний. Также есть варианты генетически обусловленного и аутоиммунного нарушения функции синусового узла. И вариант, когда не установлена причина заболевания, это идиопатическое нарушение функции синусового узла. Клинические проявления заболевания разнообразны, от плохой переносимости физических нагрузок и повышенной утомляемости до головокружений, обморочных и предобморочных состояний. Что касается диагностики, то основа диагностики – это электрокардиографические методики. И если мы говорим про
электрокардиограмму в 12 стандартных отведениях и прохолтеровское суточное мониторирование, то нормы пульса у детей зависят от пола и возраста. Также может применяться и проба с дозированной физической нагрузкой. В педиатрии наиболее физиологичной считается тредмил-тест. Ну и применяется проба с активным ортостазом, клиноортостатическая активная проба и проба с атропином, где прирост должен составлять не менее 30% от исходных значений пульса. Здесь представлены электрокардиографические проявления заболевания. Это синусовая брадикардия, паузы ритма за счет остановки синусового узла или синоатриальной блокады и синдром тахибрадикардии. И вторично по отношению к ослабленной функции основного пейсмейкера возникают замещающие и выскальзывающие ритмы. Это классификация клиника электрокардиографических вариантов заболевания. Всего 4 варианта. Первый с наиболее благоприятным течением, с наименее выраженными клиническими электрокардиографическими проявлениями, и четвертый вариант наиболее тяжелый. И как раз он имел место у нашего пациента. Не обязательно, чтобы были все из перечисленных признаков, только наиболее значимые. Вот как у нашего пациента брадикардия с пульсом менее 40 ударов в минуту и пауза ритма более 2 секунд. Что касается лечения синдрома слабости, то для купирования острых ситуаций применяется атропин и эпинефрин. Для поддерживающей стимулирующей терапии с нейротропным и вегетотропным действием вот этот комплекс препаратов обладает стимулирующим эффектом на симпатическую вегетативную нервную систему. И, конечно, речь идет о возможности имплантации постоянного электрокардиостимулятора. Она проводится при наличии определенных показаний. И если мы ориентируемся на клинические рекомендации по ведению таких пациентов, то у нас есть клинические рекомендации по синдрому слабости синусового узла у детей, действующие в настоящее время. Это рекомендации 2016 года, но уже существуют рекомендации 2022 года, которые написаны, отправлены в Минздрав и ждут только утверждения. И есть еще рекомендации для взрослых пациентов по брадиаритмиям и нарушениям проводимости 2020 года. И поскольку наш пациент достаточно взрослый, мы представили здесь в первой графе клинические рекомендации согласно особенностям у детей и во второй графе клинические рекомендации у взрослых. Так вот, наш пациент не имел показаний к имплантации электрокардиостимулятора первого класса, то есть у него не было зарегистрировано спонтанного синкопального состояния с брадикардией. Кроме того, у него не было и показаний второго А-класса, то есть у него не было постоянного приема антиаритмических препаратов и не было врожденного порока сердца и нарушения гемодинамики. Но у него были показания второго Б-класса, асимптомная синусовая брадикардия с пульсом менее 40 ударов в минуту и пауза ритма более 3 секунд. И здесь еще мы представили международные рекомендации по ведению пациентов с синкопальными состояниями различной этиологии, в том числе при брадиаритмиях. И согласно этим рекомендациям, асистолия, которая была индуцирована у нашего пациента в ходе выполнения ТИЛ-теста, также является показанием для имплантации электрокардиостимулятора. Существуют недостатки постоянной электрокардиостимуляции. Это вероятность смены электрода из-за естественного роста, необходимость постоянного мониторинга параметров стимуляции и коррекция, необходимость многократной смены системы на протяжении жизни, ограничения в жизни пациентов и вероятность осложнений. Альтернативы имплантации постоянного электрокардиостимулятора у некоторых пациентов с брадиаритмиями может быть кардионейроабляция, которая заключается в том, что происходит денервация сплетений парасимпатических ганглиев.
в области их проекции наносится несколько аппликаций током высокой частоты, и таким образом эти парасимпатические сплетения ганглиев уничтожаются. Коллеги, здесь представлена локализация этих сплетений в левом предсердии. В некоторых работах проводится абляция и на левом, и на правом предсердии, но поскольку это такая экспериментальная методика, в том числе для нас, мы не хотели бы подробно останавливаться на технических моментах. Хотела познакомить вас с опытом мировым проведения кардионейроабляции. Методика эта существует с 2006 года. И если мы посмотрим на более ранние работы, то увидим, что количество пациентов единичное. Все эти пациенты с рефлекторными синкопальными состояниями, с кардиоингибиторными. Длительность катамнеза после проведения операции, она довольно небольшая. То есть вы видите здесь 5, 8, 9 месяцев, максимально 12 месяцев. Затем исследователи поняли, что за такими пациентами нужен более длительный катамнез и более поздние работы уже с продленным катамнезом. То есть здесь есть и 36 месяцев, и 45 месяцев, и 102 месяца, и уже количество пациентов не единичное, а десятки пациентов, но, коллеги, не сотни. Что касается осложнений, то они редко, но описаны. Среди них синусовая брадикардия и рецидив синкопальных состояний. В России также есть опыт применения этой методики. Вот последний автор представляет российскую команду. И есть данные о том, что проведено около 150 процедур. Однако в литературе вы видите, что вот есть описание только одного случая. Что касается кардионейроабляции у детей, то здесь совсем скудные сведения. Удалось найти только две работы с описанием пациентов 15 и 16 лет с рефлекторными синкопами, транзиторной атриовентрикулярной блокадой, и в обоих случаях отмечались осложнения. В одном случае рецидив синкопальных состояний, а в другом случае развитие пароксизмов мерцательной аритмии, которые потребовали применения антиаритмической терапии. В Морозовской больнице процедура проведена 4 пациентам в возрасте до 18 лет. Однако вот на последнем и на первом, кстати, съезде детских кардиохирургов, который вот проходил недавно в Нижнем Новгороде, был доложен только один пациент с сочетанием синдрома слабости синусового узла и приходящей атриовентрикулярной блокады. И, к сожалению, длительность катамнеза не уточнялась. Мы пригласили представителей этой команды к нам на конгресс «Детская кардиология», которая будет в декабре, и надеемся, что они нам представят более подробно свой опыт. Итак, здесь представлены даже не показания, а вот такие моменты в течение заболевания у нашего пациента, в его особенностях, которые натолкнули бы нас на, если можно так сказать, выбор определенной методики хирургического лечения. Если говорить об имплантации электрокардиостимулятора, то это синдром слабости синусового узла с резко выраженной брадикардией, асистолия более 5 секунд, прогрессирующее течение заболевания, отсутствие выраженной положительной динамики на фоне стимулирующей терапии, признаки электрической нестабильности миокарда желудочков и синкопальные и предсинкопальные состояния спонтанные, природу которых мы в настоящее время окончательно установить не смогли. То есть мы не смогли установить аритмогенный их генез. За кардионейроабляцию могли бы мы склоняться к этой методике, учитывая, что у пациента имеют место рефлекторные кардиоингибиторные обмороки, спровоцированные, и есть выраженный прирост пульса более 100% на пробе с атропином. То есть у него имеет место выраженная ваготония, а по данным вариабельности сердечного ритма при проведении Холтера умеренная ваготония. Вот, учитывая все эти данные и при том, что данные кардионейроабляции в мировом опыте, особенно в педиатрии, минимальные,
все-таки мы предпочитаем этого пациента направить на проведение постоянной электрокардиостимуляции. Целью нашей презентации было продемонстрировать сложный случай неоднозначной трактовки клинических рекомендаций к проведению хирургического лечения у подростка с синдромом слабости синусового узла и ознакомление с новой экспериментальной методикой лечения брадиаритмий. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Коллеги, вопросы? Да, пожалуйста, Александр. Спасибо большое. Я хочу сначала отметить высокий уровень презентации. Действительно, нам продемонстрирован и тяжелый случай, и показана, дана новая информация о различных вариантах синдрома слабости синусового узла. Намечены пути коррекции, что очень важно для ребенка. Но у меня все-таки вопрос относительно ребенка. Ведь у него имеются пролапсы клапанов, и у него бронкообразная деформация грудной клетки. И, конечно, важно понять, нет ли тут какой-то формы дисплазии соединительной ткани, в том числе наследственной. Вот что вы можете сказать, клинически, или, может быть, вы наметили генетические исследования? По поводу мутации генетика, следующий доктор, хочу сказать, что пациент, у него запланировано проведение полногеномного секвенирования, и уже у него взята кровь, он занимается оформлением, его родители занимаются оформлением документов, а консультация генетика, не знаю, была у нас в эту госпитализацию или нет. Можно же клинически тоже заподозрить, вот как ваше мнение? Ну, конечно, особенно учитывая воронкообразную деформацию и учитывая, что у него есть ихтиоз, наверное, можно было бы заподозрить какую-то генетически обусловленную причину заболеваний. Коллеги, еще вопрос? Да, пожалуйста. Спасибо большое за доклад. Я хотела уточнить, а как таких детей амбулаторно наблюдать? Вопросы вакцинации и если потребуется наркоз, например, лечение зубов этому ребенку, в плане допусков всегда хотят от кардиолога услышать фразу «противопоказаний к наркозу нет». Вот. Есть ли какие-то особенности, чтобы, ну, чтобы не навредить, если вот в плане течения синдрома слабости синусового узла? Спасибо. Спасибо за вопрос. Мы обычно рекомендуем при проведении наркоза избегать препаратов с вагопотенцирующим действием. Что касается проведения прививок, то у таких пациентов нет особых противопоказаний, если только мы в это время не отмечаем выраженное прогрессирование и конечно, там первое время после проведения хирургического лечения. Кроме того, если, конечно, синдром слабости синусового узла имеет вторичный генез, например, он является осложнением инфекционной какой-то патологии, тогда тоже мы даем медотвод от проведения прививок. Скажи просто, Екатерина Борисовна, а почему вы выбрали кардиостимуляцию, а не экспериментальный метод? У него ведь тоже показания были к этому. Ну, вы знаете, во-первых, хотелось ознакомить и вас с этой методикой, потому что мы сами относительно недавно с ней познакомились, и вообще, наверное, будущее в том числе за ней, потому что есть часть пациентов, у которых, вот, как я продемонстрировала, очень неплохой эффект от применения этой методики. Может быть, это дело времени, внедрение в педиатрию. И, безусловно, тут имеет значение тщательный отбор пациентов на проведение этого хирургического лечения. Так, может быть, еще вопросы есть? Пожалуйста.
Большое спасибо за интересную презентацию. Но мне хотелось бы в связи с генетическим исследованием задать вопрос. И вопрос по литературным данным, когда применялась вот эта экспериментальная методика. Скажите, пожалуйста, может быть, есть в литературе сведения, при каких, ну, может быть, генетических, нозологических формах она особо показана или не особо показана. Вот неврологи, например, уже имеют опыт, да, по хирургическому лечению, например, эпилептических энцефалопатий, говорят, что при каналопатиях хирургическое вмешательство категорически очень плохое будет иметь последствия. А вот в случае мутации генов МТОР сигнального пути, это лучший кандидат на хирургическую коррекцию. Вот здесь есть какие-то данные? Потому что вот такое недифференцированное применение без генетических исследований, оно как-то внушает, ну, я разделяю ваши опасения. Спасибо за вопрос. Несколько им смущена, не знаю, как подробно ответить. Я думаю, что если мы говорим о синдроме слабости синусового узла генетически обусловленном, то речь, конечно, идет про имплантацию постоянного электрокардиостимулятора. А пациенты с кардионейроабляцией, их настолько немного, что их генетическое обследование никто не проводил. Поскольку это пациенты с рефлекторными синкопальными состояниями преимущественно, то, наверное, у них могли бы иметь место особенности, как генетически обусловленные особенности вегетативного обеспечения, но не конкретно локализованная проблема в синусовом узле. Екатерина Борисовна, еще один вопрос. В продолжение вопроса Екатерины Александровны. У ребенка ихтиоз. Есть много синдромов, которые протекают синдромом ихтиоз. Проводили ли вы поиск какой-либо синдромальной по ихтиозу, синдром слабости синусового узла и другие проявления, те, что нашли у пациента? В литературе указано, вообще на самом деле мало информации о связи ихтиоза с нарушением сердечного ритма, но все-таки есть несколько статей, где указывается о том, что у пациентов с X-сцепленным ихтиозом, с поражением гена STS, нарушением синтеза сульфатазы, у лиц мужского пола имеется высокий риск к развитию тахиаритмии в виде трепетания, мерцательной аритмии, фибрилляции. Вот единственное упоминание, которое удалось найти. Спасибо. Так, коллеги, вопрос. Ну, на самом деле, синдром слабости синусового узла, к сожалению, когда мы сталкиваемся, это уже случившаяся ситуация, да? И есть прекрасная фраза: для того, чтобы пациент удачно лечить, нужно эти этиологии и устранить, да? Но, к сожалению, опять же, да, у этих пациентов, ну, процентов, не знаю, там, 99,9, да, Вера Васильевна, этиологии мы установить не можем. И сейчас Красиптин Борисовна занимается своей работой, попыткой подвести генетическую подоплеку под данную нозологию в принципе, да? Поэтому, возможно, я с ней согласен о том, что мы имеем дело, скорее всего, с генетически обусловленной особенностью вегетативной регуляции какой-то, да? Она может быть легкой, тяжелой какой-то у пациента, да? И вот у меня вопрос такой в связи с этим больным. Скажите, пожалуйста, а вот эти у него паузы ритма, которые возникают, это были постэкстрасистолические паузы, либо это была остановка синусового узла, вот, да? Вы знаете, у него были паузы и такие, и такие. Вот под 6 секунд паузы это постэкстрасистолическая. Я просила доктора, не включили мы, к сожалению, в презентацию картинку, где 5,5 секунд за счет аритмии. Не постэкстрасистолическая, а просто остановка синусового узла. Ну и саму проблему с СУ, даже вот стоит посмотреть, да, Сергей Анатольевич, рекомендации по имплантации КС у детей с СУ, да, вот сколько прошло лет, по ВБ-блокадам много меняется периодически, да, там то паузы мы вводим, то нарушение ритма желудочка, то здесь стандартные показания, да, симптомная брадикардия. То есть это о том, на самом деле, что мы многого в этой ситуации не знаем просто у этих больных, не знаем о самой нозологии, да, Сергей Анатольевич, а?
Почему мы не выбрали экспериментальную методику? Ну, во-первых, методика операции, она достаточно рискованна. Для того, чтобы войти в левое предсердие, нужно выполнить транссептальную пункцию. У этой методики есть свой риск. Дальше мы воздействуем на заднюю стенку левого предсердия. К задней стенке левого предсердия, в том месте, где располагаются ганглии, там располагается пищевод. Самое страшное осложнение, которое может возникнуть, которое описано в редких случаях при изоляции легочных вен, именно там происходит воздействие, это формирование предсердно-пищеводного свища. Выживаемость после такого осложнения, причем это осложнение возникает не сразу, а в отсроченном периоде, около 10-14 дней. Соответственно, этот пациент, чувствуя себя нормально, уезжает из клиники, и дальше могут возникнуть такие сложности. Плюс у детей толщина этой стенки, соответственно, меньше. Дальше, после Екатерина Борисовна сказала, что мы уничтожаем эти ганглии. Мы их не уничтожаем. Или точнее, мы их уничтожаем временно. И при воздействии на ганглии у пациентов взрослых с фибрилляцией предсердий отмечено через какое-то время полноценное прорастание этих ганглиев и нормальное их функционирование. Соответственно, через какое-то время можно ожидать восстановления иннервации, которая была временно денервирована. Дальше в правом предсердии нужно воздействовать в области устья коронарного синуса. В этой зоне мы воздействуем на функционально медленные пути при лечении узловой тахикардии. И у этих пациентов мы в ряде случаев отмечаем синусовую тахикардию. Но там же есть риск развития нарушения АВ-проводимости. Соответственно, риски, если все вот эти сложить, они такие немаленькие. И да, какое-то будущее у этой методики есть, но точно не всех больных нужно оперировать. Во-первых, нужно выявить респондеров, то есть те, кто будет отвечать на это вмешательство. Для этого существует атропиновый тест, но, может быть, что-то еще здесь, потому что это не всегда срабатывает. Потому что я разговаривал с этим доктором из Морозовской больницы. Из 4 кейсов он действительно показывает один, а остальные неудачные. Хотя все было сделано. Вот. И такая операция, ни в одних рекомендациях у детей нет указаний на кардионейроабляцию, и, соответственно, мы можем делать это вмешательство после одобрения этическим комитетом нашего института и у маленькой группы пациентов. Спасибо, Сергей Анатольевич. Ну, в принципе, хорошо, что эта проблема вообще встала, да? У нас, я думаю, что с годами мы наберемся опыта и эти методики будем использовать. Каждой методике нужно найти место, чтобы ее не испортить, эту методику, да? И вот вопрос, кстати, поступил. Классический вопрос от слушателей, которые сейчас нас смотрят. Здравствуйте, как отличить синдром слабости синусового узла от дисфункции синусового узла? Первый вариант синдрома слабости синусового узла – это и есть дисфункция синусового узла. Это синонимы. То есть можно пользоваться двумя терминами или все-таки можно одним, когда мы имеем? Можно пользоваться двумя терминами. Начальные проявления синдрома слабости синусового узла – это дисфункция синусового узла. То есть по нашей классификации это первый вариант. А по МКБ? Классификация как ССУ идет. Обозначение по МКБ в этом случае. Ну, другие, все другие нарушения, да? Хорошо, а вот раньше, когда давно, помню, такое было у докторов убеждение, что если пациенту с нарушением функции синусового узла вести атропин, все участится, дать нагрузку, все учащается, это как бы дисфункция, а если ничего не происходит, тогда ССУ пишем. Ну, дисфункция связана с парасимпатическим влиянием. Да, в том числе, да. Выраженные парасимпатические влияния, как одна из причин развития синдрома слабости синусового узла. Хорошо, спасибо. Так, коллеги, еще вопросы, может быть, выступления, комментарии? Ординаторам все понятно? Да, Ваня, еще раз. Нет?
уважаемые коллеги, мы сегодня прослушали очень интересную конференцию, которая вызвала дискуссию. На самом деле, наверное, здесь было побольше специалистов, кардиологов из других учреждений, дискуссия была бы намного более жаркая, потому что синдром слабости синусового узла, ну, достаточно частая патология, которая встречается во всех возрастных периодах и у взрослых. Поэтому спасибо отделу за очень интересную презентацию. Thank you.